трех. Вот я хочу их выпить вот по такому рецепту. Коньячок с соком. Гранатовым. Да, вот жена подсказывает, с гранатовым соком. Никогда не пил ничего с гранатовым соком еще. Вот хочу попробовать, что получится. Коньяк смешивать с соком в отношении 1 к 3 или 4. То есть получается 3, 4, давай попроще сделаем. 4 рюмахи. То есть 200 грамм сока и 50 грамм коньяка. Тем более, что вот у нас время ужина. Так, по-домашнему праздничек отметим. Тут у меня подарок лежит. Мы с женой не паримся, друг другу деньги дарим. Причем одни и те же. Шучу. Вот такой сачок взял. Осадок есть, значит, настоящий. Ладно. Будем пробовать. Жене вот налил, рассказывал в одной из прошлых серий. Белорусский ликер. Вкусняшка. Вкусняшка, да. Только она его много пить не может. Говорит, 11 градусов слишком крепкий. Ну, ладненько. Сейчас буду смешивать. Коньячок есть. Фунтик тоже с нами бухает. Да, Фунтик? Не, Фунтику сейчас бухать нельзя, он на таблетках. Лечим ЖКТ. Интересно, сколько у меня тут стакан. 250 в него влезет или нет? Слушай, как раз, красота. Походу стакан... Не, стакан, наверное, 300-граммовый. Да, грамм 50 осталось. Нормально. Сейчас надо размешать. Наверное. Ну-ка, ой, давай. Застучу, жена он с Фунтиком чокается. Да, а Фунтик облизывается. Он ликерчика хочет сладенького. Надо немножко размешать. Нельзя выходить. Ну все, еще раз всех с праздником. Надо отведать сего коктейля. Ну что, данный напиток неплох. Гораздо приятнее пить коньяк лично для меня в таком исполнении, чем в чистом виде. А основной вкус и запах остается. Я бы сказал, что гранат не мешает коньяку раскрывать как-то, как там было написано, свои вот эти нотки букета, да. Может быть, что-то и теряется, но в целом просто приятнее пить. И в какой-то степени он даже своей горчинкой чуть-чуть как-то усиливает коньячный вкус. Ну, мне так кажется. Не специалист, просто мнение. Давайте назовем такой коктейль лайт. Гранатовый сок и коньяк. 1 к 4. Можно даже делать полегче, мне кажется, 1 к 5. Думаю, будет тоже хорошо.